Здравствуйте, вас приветствует waterlilia.ru и наш канал про нимфеи. Сейчас глубокая осень, и мы убираем нимфеи на зимовку, обрезаем у них листву. Вот эта вот наша конструкция в водоеме с карпами. То есть в этом водоеме у нас много карпов, и кои, и простые карпы. До этого несколько лет мы сажали сюда нимфеи. Лет 10, наверное. И они тут плохо росли, потому что карпы копали грунт, и нимфеи зачастую даже всплывали. Вот этой весной мы придумали такую конструкцию. Значит, вот внешний ящик 60-литровый, внутрь поместили ящик с грунтом и посаженной нимфеей 20-литровой, и сверху закрыли сеткой. Первое видео, первая часть видео, я ссылку внизу дам, там мы подробно описали, как мы все это сделали. А вот сейчас, перед зимовкой, мы достали нимфеи, чтобы обрезать листву и посмотреть. Вот видно, что грунт они не копали. Видно, вот маленький карасик, он лежит. То есть мелкая рыба заходила. То есть а нимфея прекрасно чувствует, вот хорошо наросла. То есть видно, какие массивные корни. Тут вон листва крупная. Все лето цвела. Вон даже переросла нимфея. В принципе, можно сказать, что наш эксперимент удался. То есть всем советую, у кого есть карпы, делать вот такую конструкцию. И таким образом хоть как-то вы убережете нимфею от того, чтобы карпы ее не разрывали. Листву также они не ели. Я так думаю, для них мелкие сюда заходили, даже мелкий карась, возможно, и не рестился там. Потому что ну, тут ячейка тридцатка. У нас были с ячейкой сороковкой, до этого мы доставали. Там были достаточно крупные караси, то есть и мелкие попадались. Можно сделать один вывод, что данная конструкция хорошо себя зарекомендовала за этот год, и она работает. В этом году мы штук 8 ящиков таких сделали. Вот сейчас достаем их. В следующем году мы как бы весь этот пруд заставим такими емкостями. Вот еще раз такая емкость. Ссылку на первое видео, как мы делали эту емкость, я помещу ниже видео. Спасибо большое за внимание. Подписывайтесь на наш канал.